Скажи мне что-нибудь на прощание. Что? Что? Ну, скажи что-нибудь на прощание. Что сказать? Подумай. Всегда найдется что-то важное для такой минуты. Я буду ждать тебя. Я очень люблю тебя. Не то! Я буду верна тебе. Не надо! Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл! Вот! Спасибо. Спасибо, Март. Пусть завидуют. У кого есть еще такая женщина?